Привет, друзья, это с вами одинокий Джейсон. Я нахожусь в аэропорту города Брюсселя. Я вылетаю сегодня в город Нью-Йорк. Сижу в зале ожидания. Через час мой рейс. Сейчас 10 часов 30 минут утра в Брюсселе. Я в Нью-Йорке буду в 12:30. Разница 8 часов. Вчера смотрел блогер, погода, кажется, еще 2 дня будет хорошей, успею я. Они вот последние дни там будет очень жаркая летняя погода. Кажется, что она уже спадает, еще успею насладиться летними деньками. Вот такой. Это очень загруженный аэропорт, толпа людей. Окно в Европу. Такое дело. Короче, контроль был очень серьезный. Говорят, почему ты часто летаешь? Интересный вопрос. У меня есть деньги, поэтому я летаю. А так не объяснишь, они же такие практичные. И пришлось там оправдывать, почему я езжу. Они говорят, у тебя есть фамилия, кто ты, что ты. Но я очень часто езжу. В самом Нью-Йорке 7 раз. Так иногда в год 3 раза, иногда в год 2 раза езжу часто в мир. Уже привык. Какие дела? Так-то они ничего не могут предъявить. У меня бельгийское гражданство, имя, фамилия тоже американская. И вот они не понимают, почему я езжу туда, и почему у меня вот такое американское имя, фамилия. Я не обязан ничего объяснять. Так получилось. Так я в YouTube зарегистрирован как Луна Лежейсон, но... А имя у меня Джеймс. Зовут меня Джеймс Джефф. Такие дела. Я говорю очень тихо, чтобы не было вот этого шума. Ну, такие дела. Нью-Йорк я буду снимать, так что вы увидите. Ну, пока.